вот все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет. Что-то много мимо тебя прошло. Ты что, улетал куда-то с планеты, что ли? Освоение космического пространства, космические технологии чрезвычайно важны для любой страны, а уж тем более для нашей. Архи нужно и архи ваш! Россия заселит Луну аватарами. Пойду звезды посчитаю. К Марсу, кстати, тоже полетим. Есть соответствующая программа. Очередное творение жителя якутского села Олба Михаила Бапосова. Материал для лепки не совсем обычный. Это навоз. Господи, это же говно полное. В Якутии развалилась монументальная статуя. Петух из навоза не выдержал потепления. Мы в заднице. Без обид, но сколько вас знаю, вы все время там. Вот золотые слова.